Яркие образы – это отличный способ добавить в серые осенние будни немного радости. Но чтобы грамотно внедрить яркую одежду и аксессуары в свой базовый гардероб, нужно соблюдать несколько несложных правил. Если в вашем базовом гардеробе пока нет яркой одежды, стоит определиться с тем, вещей какого по тону в вашем гардеробе больше, холодного или теплого. Соответственно, если в вашем шкафу теплых оттенков гораздо больше, то и яркую одежду тоже стоит выбирать теплых оттенков. Руководствуясь этим правилом, вы сможете собрать довольно много стильных и многофункциональных образов. Еще один способ носить яркое – это total look. Но не стоит этого бояться. Можно в одном образе использовать несколько оттенков одного и того же цвета. При этом они не обязательно должны быть одинаковой температуры. Это такой хороший способ сделать образ гармоничным и собранным. Используйте оттенки из родственной гаммы. Смело сочетайте оранжевый с желтым, голубой с изумрудным, розовый с фиолетовым. Чтобы не переборщить с цветом, придерживайтесь пропорции 3 к 1. Три вещи одного цвета и одна отличного от него. Создать трендовый, но при этом вполне сдержанный образ можно с помощью ярких аксессуаров. Сумочки и шарфы ярких оттенков с принтами вполне могут расслабить и строгий офисный лук, и повседневный casual образ. А если этого вам будет недостаточно, добавьте еще один акцент – яркую губную помаду. Полоски, абстракции, этнический орнамент выглядят довольно ярко, причем не обязательно экспериментировать с сочетанием принтов. Для яркого образа достаточно одной активной вещи в образе.